во Дворце творчества детей и молодежи прошел классный час российского движения школьников, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Ребята узнали о знаменитом космонавте Сергее Николаевиче Рязанском, познакомились с его биографией и деятельностью. Занятие прошло в рамках классной встречи российского движения школьников. На нем активисты первичного отделения смотрели видео о Сергее Рязанском. Классные встречи реализуются в Заречном в сентябре 2020 года. Самое главное в этом проекте – это общение школьников с известными людьми, которые работают в различных сферах деятельности. Расскажите о российском движении школьников в Заречном. У всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» есть поднаправление «Классные часы». Это всем нам известные уроки мужества, встречи с ветеранами образования и прочее. На «Классных часах» по готовому сценарию, который предоставляют организаторы классных встреч, можно провести классные часы различной направленности. Сегодня для членов первичного отделения РДШ Дворца творчества детей и молодежи мы провели классный час по тематике космоса, который мы посвятили 60-летию полета первого человека, полета в космос. Сегодня мы поговорили и о Юрии Алексеевиче Гагарине, но акцент сделали на председателе российского движения школьника, летчике-космонавте Сергею Николаевичу Рязанскому. После того, как активисты первичного отделения российского движения школьников познакомились с биографией Сергея Николаевича, они выполнили специальное задание. Сегодня мы складывали цитаты Сергея Николаевича, и потом мы их показывали пантомимами. Противоположная команда должна была их угадать. Также мы узнали факты о биографии Сергея Николаевича. Я узнал много нового про направление деятельности российского движения школьников, про классные встречи, классные часы. Наше занятие было посвящено герою Российской Федерации, летчику-космонавту, председателю российского движения школьников Сергею Николаевичу Рязанскому. Российское движение школьников продолжает развиваться и приобретать новые возможности и направления. Какие в будущем нас ждут новые классные встречи? Скоро узнаем. Максим Душков, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница».